Нет, ДПС, кстати, ролям, кому нужны перчатки. Да, почему здесь ДПС? Думаю, надо. Состав так сам по себе сильный. Думаю, парочка вагонов, типа громко. Задумчик, перчатки. Может быть, давайте демократию устроим. Может быть, спросите рейд, кто хочет пойти дальше, а кто хочет офнуться. Так мы на волну сколько идем? Сомалийский уйдет, сказал, через 40 минут, это минут 20 назад. Я не знаю, как дальше идти. Тут в этом будет. Ну, стажеры, завтра посмотрим, блядь, что по рейду будет со стауна. Если так дальше будет продолжаться, я не знаю, либо надо ставить каникулы, ебучь. Либо что-то думать. Каникулы. А, стоп, а где у меня ровно? Хотя нахуй мне на него, блядь. Здравствуй, на него. Так, фолшера сомалийский, да? А чё ты царь ролишь-то, блядь? Да я случайно. Фортуна испытывает. А Миша, про не надо или у тебя перчатки? Смотри, сейчас сотку с роли. Опа. Почти. Почти. Да, еще 55 не хватило. Лена, на следующем КД заберешь. А кто забрал? Сомалийский. Если у нее 4 Т5, отдавай ей. Не, слышишь? Стой, я тебе сейчас дам, смотри, поговори с ней, она там вроде что-то донатит собирала. Если отдаешь... А мы пойдем дальше трэш чистить, думал, на что или что, или не хотим, дальше не идем. Рульте вот эти сапоги, кому нужны? Я не знаю, роги. Фурики 105 могут таскать. Может, фурики 105. Далин. Далин. Далин у нас хил, окей. Спек. Шреддер дальше только, я его понял, да. Он, наверное, осколки собирает. Какие, блядь? Мне сегодня 25-ки, это на шее. Подожди, он один ролил, так что ему за 10, да, тогда отдать? Раз один. Ну давай. И на успех. Пардон. Я экзофул забирал. Сомалийскому ГП, да, из этой 5. То есть у тебя будет, да, сомалийский? Да, но ну, она... Короче, пришел. Она написала отдать. Да поздно, просто пришел. Смысл. Один босс будет и расход. Еще прист. Блин, сколько у нас пристов в гильдии? Задали... Да почему прист? Он не шаман просто. Так он приста сейчас одевает и им в основном играет. Когда надо, на того заходит. Алиса, ну, мы с тобой молодцы. Не только. Если просто заходит, я захожу на вара. Мы можем убивать четыре босса. Я могу тебе посижу на замене. На сомалийский сейчас будет уходить. Какая нахуй замена, блядь? Если мы пойдем на гидроса, я могу задержаться. А у Алисы хапала есть. Я не знаю, может Алиса нахапала, я потанчу свой. Ну, Алиса. Триня твоя. Базара ноль. Если я нахапала, то на всех боссов, кроме гидроса. Просто мастер, может, зайдет нахапала твоего, а я потанчу. Так, кого сейчас идем? Гидроса? Нет, пошлите в начале этого волноступа. А после сейчас решим. Ребята, это тоже там. Да, дальше. Ну, кстати. Давайте трэш агрим вот этот. Угу.
Давай. А нахуй мы все прыгали вниз, блядь? Я упал. Держаться по трубе на. Я упал, не знаю, чем все. Я тоже упал. Я всегда падаю. Скритень полнейшая хуйня, и мы убиваемся спокойно. Блин, царь, я первый. Что, хотел это сказать, да? Так я сказал первый тебе это. Неправда. Да. Жрит. Не сказал. Ты вообще обиделась, там ты сиди. На что вообще, я даже не понимаю. Да она женщина, чувак. Обижаются просто так. На правду обижаются, сука. Бабы хуйло, я не знаю, почему я там обиделась. Бабы суки. Вообще без... Ладно, в смысле, я не сказал, что хуйло, я сказал, что надо это мужику подавать, когда он жрать, и все. Ты сказал то, что женщинам нужно давать право слова. Ну так, блядь, естественно. Откуда, подожди, откуда ты взял такую инфу, если там такого даже не лунало, блядь? Не прозвучало. Подождите, готовьте это... сейчас ренжу набирать. Ну, любому мне обещать. Бейте, ты, пожалуйста. Лут, поменяй, да? Слышь, мастер, по сети мемчик гулял, не видел, короче. Как это, пацан типа говорит, я люблю тебя больше всех на этой планете. Ага, так, понятно, кто эта хуевая инопланетянка, да? Ага, я тебя не слушал, но похуй. Ну иди нахуй, значит. Откройте дверь, пусть шутка войдет. Короче, вы все глупые, не глупые. Я с вами не разговариваю. Все, я до вас обиделся, пошел в Долоране, а покажу. Это моя фишка, нахуй, блять, пошел в жопу. Как ты сказал? Я делал это до того, как это стало мейнстримом, девочка. Как ты тогда сказал? Глупая залупа? Да, глупая она такая. А где вы? На волноту. На волна ступа. Тупо идем. Чопс. Тупо идем на волну ступа. Вот теперь, вот били, заметили прям вот этот мощь, вот эта вот сила вернулась, да? Иди 8 тарашишки. Кто будет тащить трэш? Собирать. Я на боссе. Алиса на боссе. Мы вдвоем трэш собираем. Обходить, это можно обойти. Вон туда, да. А назад вы шли, да? Где это? Капец, вы ленивый, три моба убить не захотел. Идем. Поставьте шкаф. Давайте суманем. Вы заблудился. Короче, как к слепцу пришли, надо обратно идти, да? Карту открыть, да. Да, только Войт еще... Можно карту открыть, посмотреть, где мы. Войт, даю тебе гайд. Открываешь чат, /R, сум, плюс, и все, ты там, где нужно. У меня при сумме нормально. Так. Не надо гайда уже. Так это не волноту. Сейчас волноступ уйдем на 3 минуты. Да я просто так спрашивал. Вдруг обо мне вообще забудут. Ай, ну да, держи. Так-то мне гайды не нужны. Сам гайды создаю. Вот тебе та же дверь открывать не нужно, шутка зашла. Ой, нет, это после, просто после моей приоткрылось немножко, вот, а потом его залетело. Все нормально. Сначала моя была. Просто никто не понял. Ну да ладно. Меня учил шутки шутить самый искусный шутник на свете. В смысле, не учил я тебя шутить? Нет, не ты. Так кто тогда еще? Того ник был Добрый Лось. Вообще нонейм какой-то. Ну да. Если бы он сейчас что-то сказал, то ты бы понял, кто ты и кто он. Ну, я царь-батюшка, а это ЛС какой-то. Ну, просто по сравнению с тобой, он шутник номер один.
А ты даже и в сотни не войдешь. Короче, он говорит палец, и все смеются, да? Ну, нет, он говорит нечто более изысканное, чем палец. И все смеются, да. Два пальца. Еще. А нет. Еще перст? Скорее всего, да. Может быть, понятно. Еще хорошо. Тут вне конкуренции просто, не, ну, ну как бы к такому меня жизнь не рассказывает. Уж не одним словом, как ты можешь. Он старается, чтобы было красиво. На самом деле царь хуёвушник. Вот так вот, да? Прям по-больному бьёшь, без ножа режешь. Ну ладно. Царь не шутник. Царь просто клоун, скорее, да, клоун. Вот так вот. Спасибо. Клоун — это благородная профессия. А он не за клоуна спасибо говорит, нахуй заебал. А кому нравится клоун? Клоус, отходим. Нет. Есть такие люди в рейде? Большого. Убегайте, милики, отбегайте, все РДДшники остаетесь. Я тут спрятал свой ди. Один хил может выйти из комнаты направо. От меня, от моего плеча право. Экстурка прохил, сука. Алиса, лови. Алиса, забери. Алиса, твой триумф. Нормально, да? Пока найдешь позицию, нет, пока твоя... всякие виби будут бегать и убивать тебя экстурком. Все, одна боешка пошла по пизде. Там рисует кто-то. Блядь, что за шляпа? Разойдитесь друг от друга, на. Отойди от меня, шансун, блядь. Надо Морлоку друида убить, ребят. Блин, в этом Хоттабыче, в старом, старик Хоттабыч фильм, там, короче, был такой челик, пилюля у него была погоняла. Вот, и он, короче, я обедничал постоянно. Вот это все. О, несравненный это... Вовка. Волька. А, Волька, да. Он, короче, ну, Хоттабыч-то наложил проклятие какое-то страшное, и тот... Вместо того, чтобы я бедничать, гавкал, короче. Вот это было прикольно. Ща как... Хороший фильм, кстати. Вообще кайфово. Скажи, Микстурка, да? Я не да, помню. Вот, представь, 56-й год. 12-15 назад его смотрел последний раз. Наверное, 15. Пересмотреть вообще. Ну, даже на спецэффекты не обращаешь внимания, просто для... Ну... Вот он, камон, блин. Какие спецэффекты в 60-е годы в СССР? Микстурка. Это сапоги лежат в мобе, потому что у меня нету слотов в сумке. Ага, хорош. Все, я понял. Там, ну, это, передовые спецэффекты были. А, не, наебал они у меня в сумке. Сука! Лучше отойдем. На те времена. Нереально, чего только сцена. А чё ты ролишь? Забыл, что ли? Сковородка с самолётом стоит. А у меня привычка просто всё не идёт. Фу, не идёт. У меня была привычка, но походу не ролить на 4 спека, нахуй. Слышь, царь, я достойнейший отрок этого города. А ты как достойнейший отрок? О, Дилда говорит. О, великий Дилда, да? Ты заходишь на Лора, нет? Когда Хоттабычу стало плохо, я грустил.
Блин, вот ни в какое сравнение не идет с этим Хаттабычем. Шкаф поставьте, пожалуйста. Который там про интернет. Скажи-ка мне, Войт, где Фафнирский пропал? А я тут при чем? Я что, его друг, что ли? Ты же ему дал шамана. Ну так я дал, я же не знал, что он пропадающий персонаж. Выходи на Вара. Да. Взял. Выходи на Игдана, шамана этого, блядь, сиди в онлайне, что ли. Да, блин. Ладждан там намутил почту такую. Ничего не поделать с этим. Лучше бы он возвращался играть, но, скорее всего, этого не произойдет. Мне он как человек нравился вообще. Я бы не отказался, если бы он играл. Турбо, брат, вставай. Давайте придумаем новое правило. Готовьтесь, свои жопы, сейчас ГП начнет лететь. Кто пишет две буквы РО вместе, тот получает 500 ГП. А сердце рот. Ну это 100 тогда. Ну ничего себе. Ну все, полетели. Давайте, сколько слов придумаете? Зашел нас. Не вижу что-то. А я для кого плюсую на? Странно, ты у меня вроде не в чересе. Это просто челана нету, ворчать некому, поэтому мы не убиваем. Да, ну блин, ну сами ж тянете время. Убиваем этого босса и уходим, все, отдыхать туда, раз не хотите. Просто пришел, можно гидроса попробовать. Ну есть такой босс скрытия, я слышал тут. На нем берсы, говорят, нету. Из проверенных источников. Ну, я не знаю, кто захочет там скрыть. Но... Ой, там же шмот топовый падает с него. Тури, топовая триника, надо царю выбить. Нет, я не про это, я халатный. Царь, пидор, ШП отдел, теперь у хилов шмот отнимали. Пидор, хурика отдел, у танка шмот забирает. А ты в курсе, если я зайду на Алисиного паладина, ты хуй три не заберешь? Вот так вот. Это ультиматум. Так, мой паладин это пинг. Это был ход конечно. А это будет уже вторая тринка моя, которая будет у Алисы. Ну, твоя, да? Такой. Замечательно. Ну на этот раз она будет по приору. А, ну ладно. Если ты налутаешь ГП нахуй из моего пола, я тебя просто разъем. Вот так вот. Ты просто не будешь знать, когда ты зайдешь, и тебя одним утром, блядь, 9 косарей ГП не откуда. У нас забирают двойной ГП, да? Чего? А, это еще не придумали правила, я такого не знаю. Скоро вводится такое правило, короче, если забираешь на твина тройной ГП. Вот. А, на твина? Да, ну царь сам себе вводит просто такое правило, блядь, для себя. У тебя твин есть? Для меня. У тебя же нет твина. Прикольно, да? А вы сразу ливнет. Да у меня нет твинов на самом деле. Сейчас снова. Это не мои. Короче, микстурки теперь шмот за тройное ГП, да. Угу. Предлагатели хуевы, блядь. Предлагаю нахуй всех, блядь, у кого есть шмот нахуй. И они не допасят на свой уровень, блядь. Удалить шмот и выбивать вообще заново. Не отдавать, ну. Удалить шмот и выбивать заново. Удалить персонажа, блядь, качать заново, ну. Читайте другого. Блин, а если я даю 2 ГПС, это нормально? Вот, честь, первый просто так. Если ты женщина, то да. Блин, капец. Ты чё костель бунтуешь, я чё-то не вкурил. Китки. Бунтуй,
Че тебе не интересно? Думаю, вы меня наебали, нет скидок. Раз. Черная пятница сегодня так-то. А, нет, сначала коричневая пятница. Коричневая пятница. Эй, коричневая. Черная пятница. Ой, затрак. Нет. Типа те, кто думали, что черная пятница, потом темно-синяя, а потом уже черная. Коричневая — это когда типа все думали, что черная, надонатили, обосрались, увидели, что скидок нету, да? Это коричневая. Это как этот, блядь, весенний листопад, или как там было, нахуй? Золотой дождь. Ну, блядь. Царя, все в одну сторону, блядь. Дожди там, блядь. Надо рассыпать килограмм гречки. И занюхать ее, да? Забираете. Дайте мне хоть одного подтанчить. И по одной ложить в кастрюлю потом. А потом варить. Я бы это представил просто. Виталий делает так каждый день. Я не услышал, что я там делаю каждый день, но я каждый день дрочу, кэт. Нет, ты не дрочишь. И себе. Ты теребонькаешь. Алиса, шликает. А чем? Шликает. У меня член, кстати, есть. Шлифуешь? Да, маленький такой. Алиса, ты девственница, слушай? Нет, сомневаюсь. Я это... Вспоминаю лечка и думаю... Если инцест считается, то нет. Сука. Царь, поударяйся головой. Инцесты семейные. Тут там палатку, вот тут с этой бочки можно палатку удариться. Да. Ой, блин, это скользко. О, ударился, все нормально. Кайфово, да? Вот стукнулся головой разок об палатку, и сразу настроение такое хорошее. Согласен, а другие трэш бьют. Мне просто хочется головой стену бить, это нормально. Странно, почему? Алис, я давно знал, что ты ненормальный. Не, вот ты сейчас всем тайну открыл, да? Ты бы сейчас сказал, что я адекватный, я бы над тобой посмеялся. Это я бы... Давайте, после этого босса, идем куда-то или нет? Да, нахуй. Давайте голосовать. Мой голос стоит 10. Давайте. Гидро скрипинг, нахуй. Я за то, нет, что... я в принципе бы убил всех боссов, кроме Кратрес, на самом деле. А гидро же потому что я не вижу слов здесь. Ну, так мы можем их протрясти. У Алисы есть полипал. Сейчас зайдет император, и мы их протрясти, в принципе, закроем. Император через час сказал будет. Он сказал, сука, не распускайте рейд. Он мне сейчас позвонил и сказал, сука, воид, скажи там, чтобы не распускали рейд. Я хочу показать 28 кдпс. Так и сказал. На этом боссе, да? Но он сказал, на любом боссе даст. А он хочу показать ну, член. Кому он даст... Он Элли, у кого он возьмет? Алиса, помолчи. Это 4 босса, Кратрес, учили. Все, никого нету. Зачем тебе? Не надо тебе. До дома, или ко дому вы кидаете стихи? Кто-то. Тут же, если я не ошибаюсь, 4 хила, все нормально, да? Да, у сомалийского, в танковой, да, вот, да. Тупой поймал, бля. А, вон моб есть. Да. Чё я фласки беру там, на? О. Походу, Алиса пьяная, ребят. Пьяная гайка, пиздень хозяйка. Да, респект хозяйка. Я не пьян, у меня хорошее настроение, я булочку с соком поел. Там сок был, блядь, непростой.
Вообще-то Алиса белого цвета, да, и жидкий, блядь. Ща подойду. Есть у кого? Так, Самалийский, давай ты будешь. Сверху, снизу, я не знаю, блин, даже. Ну вы определитесь, кто сверху, кто снизу. А кто посередке? Сейчас. Ну, Алиса посередке. Бутерброд. А чё я сразу, ну, блядь? Алё, фул ребафы, нахуй. Фул ребафы, сука. Рече на пул. Дай мне ассист. Есть у кого Дживс? Чё, есть? Дайте Дживса, пожалуйста. Дживс есть у кого-то? Киньте Дживс. О, есть, спасибо. Где Дживс? Где? Ага. Нет, два мистурка, я буду их подводить. Как добро. Лучше. Добро. Царь, ой, назад, просто. Царь сказал, что отойдет. Что на боссе? Босс, Эминар. Смотрите, короче, на пан. Китайская пытка. Че? О, смотри, на темечко капает. Все это видят. Просто капает на темечко. Так это же бухло. Так я тут. Это китайская пыль. Нихуя себе капает. Оно пробивает насквозь, если так пытаться. Там Алиса просто потекла, что вы хотите? Короче, расскажу интересную историю. Сейчас сать ходил, встряхивал, короче, и капелька мне на палец попала. Пришлось ноги идти мыть. Бычья голова. Если на палец надену, ты же лох. Ногу обоссал. Все встали в череп. Нечаянно. Все, кроме танков, встали в череп нас. Застрял, парень. Блин, там Лена горит, ребят. Стоим, ждем, нахуй. Потушите её. Забежали за босс. Ну, беса есть? Да. Да. Когда скажут стопать АУЕ, стопаем АУЕ. Когда скажут заливать, заливаем АУЕ мобов, который выйдет. Готовимся 5 секунд. До трэша стопнули АУЕ. Я один еще в могилу взял. Бурсты прыжок называются. Стопнули АУЕ. И домой. Урбана. Взрыва. Взрыв стоит. Да, линдарни труба. А уешь. Дайте баф по нему. Мне кажется, у нас нет 10% пап. Тебе кажется, у нас нет его. Топнули Ауле. Алюле. Алюле. Стоп, стоп. А уешь.
царя придамажили. Попал я. Потому что я тринки на ауе не одел. Дурачок. Это только у него два. Причем здесь два куска, здесь ауе, здесь основной урон. А я шарю, да, если тебя позаебывается. Я тебе, тварь, под дверь насру, приеду и насру, понял? На ногу струшу, блядь. Ты знаешь, где он живет? Я найду. По IQ вычислю. По IQ, блядь. Пизда, твою IQ, походу. Стоп, ауе. Ой, ну задай им наман. Стоп, ауе. Стоп, номер уе. Да, перчатки вокруг себе забрал. Задум. Там больше его не надо. Да. Стоп на левую. Готовимся, скоро вторая фаза. Она, по-моему, на 18 есть, да. 25 вроде. На 24. Я имею в виду прямо. Убили на 15. Когда босс будет каст, другой каст, который я вам скажу, тогда и будет переход. Я вам скажу, Герман. Топовые. Вот все, фаза. Сфера Геру. Рейд. Геру, Геру, Геру. Диспель тихо, все. Трэш тоже был. Спелим, хилы. И всех, кто умеет спелить.
АУЕ, стоп. АУЕ. Играть сейчас тупо в босс. Фрезы сумасшедшие. Сферы брейд. Танки ловят. На танках сидят. Я буду только с ними бегать. Вот поменял тогда. Че там, кто меня обогнал, говоришь? О, какой плащик, ты шо. Там колечко неплохое на танк. Так, с ключом, кажется, поехали. Эх, а ты на варе, кстати, мастер? Да? Ловим. Собака сопылая. Что, все? Или еще? Нет, идем дальше на скрытие, а потом на этого, на гид. Я пока 2 минуты, можно? Угу. Кидай, пожалуйста, через объявление рейду. А чё, блядь, танковское кольцо второе? Ромка, я понял, никому не надо. А чё, сомалийский уже уходит, что ли? Я сейчас пока не ухожу. Сказал, если мы пойдем на гидроса, я задержусь. Но мы сначала пойдем на скрытие, а потом на гидроса, окей? Так он, или... он уходит, понимаешь? Нужно сходить на гидроса, убить его, пока он не ушел. Ну давайте сейчас на гидроса. Ролим кольчика, никому. Чуга ебаный. Давай мне на диск. Пан. Не, пан берет. Зачем? Не знаю. Не то. Ой, не то, он плащ хочет. Я себе забираю на дисциплину. Преимущество РЛ. Объявление РЛ, сука. Дарь левитан. Ты только об этом подумал, я уже сделал. Понял. Уже 3 раза попросил, спасибо. Я не слышал. Мастер, ты зайдешь за хулипала, Алис? На ком? На гидросе, а я потанчу. В принципе, могу, ну, блядь. Пан, ну мастер по приоритету выше. Подожди. Подожди, я сказал. А дай пану. Он армс. Я ему отступлю. Ну, хочешь следующий сказать, пан идет. Лучше, да? Чё? Хочешь сказать, тебе на фурике с ловкостью лучше? Не, я хочу попробовать с этого. Я пока хожу с хостой. Это топ на фуре вара плащ. Не знаю, ты себе думай как хочешь, у меня другой бислист. Ну вот поэтому ты никогда не дашь. Как-то странно, на гидросы пошли. Ладно. Куда идти? Ну типа... А там можно было обойти точно, мы же там трэш пошли. Да, трэш где, денежка трэш. Ну давайте уж пришли. Блин, я люблю слушать гайды. Почему вы идете по стене, а не по мостику? А, там трэш. Давай вперед проведем, чтобы больших не сагрить, а то они резко поспорят. Сейчас наберу агро и проведу. Пока не бейте, дайте набрать пацану. Больших не сагрите, бычьи. 2 идут, 2 штуки просто, сагрить, уходите. То стойте здесь. Блин, а если они до конца платформы доходят, так надо будет чистить. Не стойте перед мордой, пожалуйста. Они еще идут. Давай еще дальше, потом их почистим. Вы бьете типа уже, да? Да, трэш сливаем. Хорош. Ой, назад как крыса с корабля прыгнул просто. Слушай, а чё он отходит здесь? Его ж не... У меня весело фокус того, кто доходит. Отдай скат.
чары-мары, фокус-покус. Я не понял, а как они действительно реснулись-то? Там два часа вырисаются. А, уже два часа прошло. Нет, хорош. Просто когда одна воронка падает, мобы резаются. Чтобы нет, она не упала. Упала. Меньше ФКшек Алиса нужно. Хорош. Ни одного не упала. Такая сидит, доворадит там. Ну надо убивать этого колосса. Да, как надо. Пройти. Давайте вот этот трэш, цепочку, короче, прекратим, забьем, да, а потом будем колосса бить. Не знаю. О чем мы два часа, что ли, я не пойму, убили вот этих двух боссов? Ну да, смотри, ой. 4 вайпа на гидросе, потом еще на трэше вайпались, собирались еще долго. Да, где-то 2 часа мы потратили. Что? Да не, на самом деле мы тут 20 минут, это вам показалось. Да, мы не убьем. Ебало, ох, не убьем. Суп. Не заморали. Да я про трэш вот этот говорю, мы этого не убьем. Не говорю, не дезмораль, рейд. Куда дезмораль? Ты посмотри на танк. Ебать. Пессимист. Фу. Либик и Сел, кто из вас? Нажмите. Сел, танчи его. Держи плюс. Даже поесть не дают. Разворачивай, чтобы он лучше дышал, да и все. У него план надеть бисовые вары и давать лоу ДПС. Согласен. План топ-вар. Да не в рейд. Спорит? Там второй идет. Да второй там идет. Отойдите, чтобы второго не сагрить. Он должен развернуться. Да, он сюда не доходит. Хорош. Алиса Патти просит. Два к нахуй. Алиса Патти просит. Или не Алиса, не знаю кто там, но ее поводит. Чё это, блядь? Чё, сука, за усилки такие, блядь? 27 усилков, блядь, в стамину, на. Меня Войт попросил. Перебрось её в дух. Можешь в дух скидывать. Да топлик фулбафа, у меня 30-ка. В натуре в дух скидывай, там мана резаться будет нормально. В силу лучше. Ну в силу, да. Такс. Слушай, вышли. Блять, я думаю, это кольцо с духом. Я бы сейчас нахуй просто удалил его, блять. У меня нет кольца с духом. Подходим ближе сюда. О, сука, блять. Чё ж ты каждый раз меняешь-то нахуй скиллы, блядь? Научись играть на них, нахуй. А почему шрем не трансмутится? Вообще никак, что ли? Тут никак. Это легендарки не трансмутятся. А если бабки заплатить за это? Ну, не знаю, может быть трансмутятся, если бабки заплатить. Сколько? Не знаю. 100 тысяч хватит? Я думаю, даже 15 хватит. Ну вот я хочу затрансмутить легендарку в легендарку, так можно? А, ты знаешь, если ты задонатишь шемля, мне кажется, все можно. Вот я хочу сокрушитель. Бой начинается, блядь. Из этой, как он называется? Это ебаные паразиты лазят, сука. Да это не паразиты, просто кто-то ходит по воде. А я из ДДМ без звука Саджира, блядь. Суджира, давай гайд запишем, как не срывать агру варом. Для пана, да? Да нет, просто гайд. Чё с Филшар? Подождите, у меня рейд прогрузится. Филшар умерла. Её ресет, по идее. Блин, я никогда не видел колодец света снизу. Там такая крутящаяся ерундовина. Чашечка такая. Кто-то видел? Нихера себе. А зачем тебе Алиса Твиночка в друзьях? Твиночка, она... Чтобы ей задавать тупые вопросы про холи-паладин. Мастер, ты простишь меня? Я сегодня просто... с Твиночкой закрыл Ик и Оню. А похуй. Привет, ты ей передал?
Нет, как бы мы с ней не общались особо. Все, ты расставил скиллы там? Как тебе так сказать-то? Там скиллов-то... Ну там тебе два скилла надо. И нахуй два скилла, блядь. Мне, сука, две панели надо, блядь. Тут даже кнопки, сука, не расставлены, блядь. Так, я сапрот попиваю, остальные вроде не могу. В смысле не расставлены, блядь? По-моему, крепкий привязывают... Прямом, блядь! Клиенту, а не аккаунту. Это в курсе то, что они не отображаются... Алис, помолчи, пожалуйста. Дим, поставь метки так же танком, как в прошлый раз. У тебя фласки на СПД есть? Кто там развел фласки на СПД? Турбо. А ты не возьмешь все равно. Возьму, на. Да что у Турбо? Да не две, одну. Если жирну две. А тебя в Т5 сильно пробивает трэш, да? Меня? В Т5 его зато агронифа не срывает. Нет, подожди. Т5 наоборот выживаем, если не дают. В зависимости от того, сколько стаков я разряжу, столько тысяч урона там я поглочу. До 20 тысяч урона могу поглотить. Если 6 стаков разряжу. Сука, не могу выкидывать тут шмот, нажали. Так, смотрите, Алиса в треугольнике ловишь трэш. Ты сам Алиски в квадрате. Силки в стамину, блять. Чарки на башке нету, на 15 к духу, блять. Лучше чарки не было на ауке, взяла ту, которая была. Она скорость тебе что-то говорит, не? Я уже второй раз её заёбываю, не? А я на палубу-то заходила. Ты раскинул свои, давайте бить будем. Дай мне ассиста, не. Либо дашь арча, не. Я уже всё раскинул. И бабни меня и... Дайте фулл баф плотины, монорейки. О, точно, точно, точно. А что Алиса вкачет? Давай посмотрим. Нихуя. А Алиса нихуя не вкачет. Я понял, блядь, кресты баф. И тут, давайте даю отчет. А, будете без крестов? На 5, на 10 секунд, нет? Я не позволю вам вышивать. Стакал я долгоного. Гер, а, оказывается, не столько надо хилить, я забыл, блядь. Да не, нормально, 32 секунды блады выживают. Мы вчера тут тестили. Влад, ДК хилит себя сам. Из воров же кто-то на хп кричит, я думаю. Да. Хорош. Эврей, на хп кричишь? Опять мышу никто не понял. Ну во, типа разбойники. Воры, да? Да, да, спасибо, брат, спасибо. Да, сильный. Красавчик. Ничего вы бьете? Дот. Хорош вид. Бэр по виду. Я не бил, там доты висели только и все. Я 2 ЛП попал по боссу. СС по турбо. Да. Так, понятно, все. Они не бьют физ урона. У меня стаки вообще не... Ну, точнее, я не могу парировать или блокировать их удары. У меня нет стак. Ну, делайте как что-то, там уйти тогда. Да, да, я стараюсь. Ладно, ложимся. Ложитесь. Не тратим. Отойдите просто. Так. Отойдите вот сюда. Алиса опять сдохла. Он же и выйдет. Потому что на ней много мобов было. Диваны раздайте там чем-нибудь. Классно работает. Классно. Механика. Давайте да, лучше ляжем, у нас колос ходит. Так что с самолейский? Ты обратно в ДД в хила, я так понял? Да. Да. Ну, типа нет бонус, так вот и 5 нет игра, все. Раньше более-менее было,
300-305, потому что там вбивался в силу, в показатель блокирования. А сейчас это... А чё, они не физухой бьют, что ли? Ну, они бьют физухой, но это как с ребром. Типа, я не знаю, типа, просто не даются стаки. Вот колосс идёт, отходим. Причина? Непонятно. Я на форуме читал, что паладина ноет на эту тему с Т5. Хотят, чтобы от автоатака стак хотя бы давался. Я так понял, в танка надо, да? А ты же знаешь, вы был с двумя кусками, не? На нем уже. Я был без Т5 на нем. Но я говорю, тогда агро было, потому что я вбивался в силу, усилки в силу вкидывал. Вкидывал показатель блокирования. Чисто урон повышал, соответственно, агро. А сейчас это не нужно с Т5. Но не на всех боссах. Ну что, два протамана? Так не, так не должно. Да, да, ты два раз пикайся. Два я имею в виду. Два раз пикайся. Дай мне дай мне сум, что ли. Сейчас трэш этот убьем и засунем. Возможно, надо было на холе пале остаться, на хвосте. О, ебать, потащи два товара, у вас будет он в холе. Не надо. Крутая идея. Парни, это будет продолжаться еще. Ну ты пришел, да, тебя ждали, да, конечно. Все, я сейчас это, вот, 10 минут. Только места тебе нету, да. Император, я уступлю. Слышишь, император, хуй я... им по лбу я тебе дам, да. Череп играем? Я им сказал, император, я тебе место придержал. Так что ты мне теперь воронку должен. Войд твое место жопа и грел свои. Да. Ты нож нас что? Да. Пошлите шкаф поставим. Да он с телефона зашел. Я вообще-то тут нахуй. Куда в шкаф будете ставить? Кому? Тут все, не надо шкаф туда. Мебель никогда не должен. Бред какой-то. Смотри, я спрятался в шкаф. Войд, а мне там платья мои, ладно? Окей. Привет. Ты что, в меня вошла? Да. Проникновение. Тут какой-то моль летает. Виби. Во, вместо муви троп как раз возьмем нормального элем. Правда, с агро будут проблемы тогда. Фэлшар, бычья голова, простя. МК, можно турбу, пожалуйста? Ну это Наксрамос, по-моему. Собаки. Да, это апокалипсис. Или он вообще с любого он с трэша падает, да? Нет. Собаки. Это все, давайте пулим. Ого. Ё-моё. Давай на 10 секунд хочу, пожалуйста. Да. Стаки видишь, там 5 штук. Ну, что ли? То я потом не могу это не решить. Готовься переводить.
Готовься. А, нет, не только 50 кг. Чего? Здрасте. Мы ДБР. СТРБР. Это кто-нибудь. А, у него КД. Ну, заебись, чё, блядь. Давайте Алису оверхильте тогда. Чё упал? Вмешательство. Еще и стан. Не, это станы эти, даже в РДД зоне не дают жизни. Ну ты рядом не стой, не стой. Да, я далеко стоял, он одиночно на меня дал стан. Не становись в мелизону, зачем ты туда идешь? Да я не в мелизоне, царь, ты слышал, что я говорил вообще? Так, держи рейндж, а друг от друга держишь. Хорошо, смотри, он же все равно в кого-то кидает, в одного, даже если вокруг никого нет. Ну да. Вот он сейчас меня одного и кинул. Я ни с кем рядом. Так что, я нужен или нет? Ты нужен всегда, зайка, да. Заходи. Смотрите, кто к нам пожаловал. Шреддер, на. Шреддер, а надо... А какого это ты? Надо Т5, надо Т5 потестить на ретрика. Повиновение, печать включай. А он их еще не открыл, на. Он их, походу, не откроет. Он говорит, а зачем?